Ты попила воды, нет? Я с собой. А там же есть вода. Где? Пойдем, покажу, что есть. Оставь свои сумки. Сзади, наверное, лучше. Нет, нет, пойдем, пойдем, пойдем. Как? Что? Как? 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 Как?
Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, дорогие сотрудники оптово-продовольственного центра «Фудсити», территория, на которой в добром соседстве находятся представители 36 стран и 80 регионов России. Сегодня, в День независимости Узбекистана, мы поздравляем наших узбекских друзей с их национальным праздником и надеемся закрепить это начинание в отношении всех народов, представителей которых трудятся на этой поистине интернациональной территории. Мы даже уверены, что это произойдет. Ведь не случайно первый такой праздник в оптово-продовольственном центре Фудсити совпал со священным праздником всего мусульманского мира Курбан-байрам. Итак, мы начинаем. Слово для торжественного открытия предоставляется заместителю председателя правления Евразийского делового союза Хортиеву Алану Казбековичу. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады вас сегодня приветствовать здесь, в этом конференц-зале, здесь, на территории крупнейшего в Европе агрокластера Фудсити. Сегодня большой праздник. Наступил Курбан-байрам. Я хочу поздравить всех мусульман с этим священным праздником. Хочу пожелать вам всем здоровья, успехов. Хочу пожелать, чтобы Всевышний всегда вам помогал, поддерживал. Хочу пожелать, чтобы в ваших семьях всегда было тепло и уютно, чтобы было изобилие. Хочу пожелать, чтобы в вашем доме всегда было много гостей. Я несколько лет назад посетил Ташкент и был, конечно, очень впечатлен гостеприимством, дружелюбием. Народ, уважающий своих старших. Конечно же, не прошло без замечательного плова, которым нас угощали. И я всегда задавал вопрос, как вы его готовите? В чем секрет этого великолепного блюда? И выступлю с инициативой руководства Фудсити, чтобы мы здесь провели мастер-класс, на котором пригласим поваров из Узбекистана, чтобы здесь показали, научили, рассказали, как готовится плов, потому что каждый мужчина хочет дома порадовать свою семью. Но все готовят, как готовят. Но если будут научат как надо, все будут только счастливы. Но больше всего, конечно, меня впечатлило в Узбекистане, когда мы посетили ипподром. А на ипподроме были скачки, потом нас повезли на одну из конюшен. И показали такое количество лошадей красивых, породы ахалтекинцев. Это более несколько десятков красивейших лошадей, которые в жизни не видел никогда. И у меня остались такие яркие впечатления от Узбекистана. И я хочу пожелать гражданам Узбекистана сегодня День независимости. Вашему народу пожелать хочу, чтобы страна становилась еще красивее, страна становилась еще богаче, и чтобы гостей было все больше и больше. Я вас хочу поздравить с праздником всех, дорогие друзья. Большое спасибо. А сейчас слово предоставляется руководителю представительства Евразийского делового союза в Узбекистане, Мусаеву Магомеду Нисрединовичу. Здравствуйте,
Добрый день, дорогие друзья, ведущий, выступающий, наверное, уже все сказал, много красивых, добрых слов. Я хочу сказать, значит, мы находимся на территории Фудсити, крупнейший агрокластер Европы. Хочу от имени представительства поблагодарить руководство Фудсити, поблагодарить руководство ЕДС и пожелать всем мира, благоденствия, счастья. Вот. Будем отмечать этот праздник и веселиться. Спасибо большое. Большое спасибо. А сейчас я хочу предоставить слово инициатору организации этого праздничного мероприятия в рамках указа президента Российской Федерации о стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в период до 2025 года, главному редактору журнала «Союз национальностей» Еношко Марине Петровне. Прошу меня заранее извинить, это наш первый такой фестиваль, поэтому как бы строго не ругайте, строго не судите. Первое, что я хочу сделать, это поздравить всех мусульман, весь мусульманский мир с их священным праздником Курам-Байрамом. Пожелать вам счастья, мира и добра, всего самого наилучшего. А самое главное для женщины, для матери – это мирное небо над землей. Поэтому вам, дорогие, счастье, чтобы наши матери никогда не плакали. Я думаю, что наш народ, Россия, Узбекистан, как были раньше, будут жить вместе, в дружбе, в согласии. И мы никогда не забудем это слово. Ташкент – город хлебный. Поэтому с праздником вас. Еще с вашего решения.